Привет, это Foodstorm, я Антон Романов. Сегодня у нас помидорно-огуречный гаспачо. Гаспачо с огурцом круче, чем без него. Огурец придает особой свежести этому летнему супу, хотя лето в последнее время в Москве я не наблюдал. Но все же верю, что оно будет, а тем, у кого жарко, этот рецепт в самый раз. Основные ингредиенты: помидор, сельдерей, огурец, лук, чеснок, молотый кориандр. За мной кипит вода для того, чтобы очистить помидоры. Сначала надрезаем помидорную кожу с четырех сторон. Затем опускаем в кипяток на одну минуту и сразу в холодную. Если со льдом, то даже еще лучше. Если кожа у помидора толстая, вам повезло, она легко сойдет. Если тонкая, то, сочувствую, придется понервничать. Нарезаем помидоры произвольно и закидываем их в блендер. Оставляем немного твердой мякоти от помидора. Сельдерей нарезаем произвольно. Часть огурцов также нарезаем произвольно. Другую часть оставляем, она нам понадобится чуть позже. Пробиваем. Добавляем чеснок, лук, кориандр, чили перец, соль, оливковое масло, лимонный сок, это вместо уксуса, кстати, сахар. Все как следует пробиваем. Убираем всю эту желтую жидкость в холодильник. Тут есть важный момент. Гаспачо со временем будет становиться все более красным и более вкусным. Дайте ему постоять хотя бы 4 часа как минимум. А пока нарежем мелким кубиком помидоры, огурцы и сельдерей. Теперь выкладываем гаспачо, овощи, базилик и то самое зеленое масло. Всегда доводите солью и сахаром вкус до конца, а то гаспачо может показаться пустым. Мой гаспачо по вкусу был очень ярким, а еще очень острым. И для любителей острого это прям находка в жаркий летний день. Также при подаче гаспачо можно закинуть кусочки льда, ведь он должен быть очень холодным. Всем спасибо, что смотрите нас. Ставьте лайки и занимайтесь едой. Это был Foodstorm, и я Антон Романов. Пока!